Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить последнюю волю Шерлока Холмса. Вот мы остановились с вами на кладбище Уайтчепела. И тут мы расследовали, искали приметы убийцы. Эта лопата принадлежит рабочим с кладбища. Хорошо. Еще что-то нашли. Давайте здесь, значит, искать. В общем-то, у нас есть билет, по которому там, типа, мудак этот где-то жрет и получает тарелку супа. Нет, нету здесь ничего. Шифти и побежали нахер. Вон дверь, видишь, появилась. Закрыто. Сейчас еще что-то появится. Может быть, там, так, в том месте. Там еще вот проход был. Сударь, купите нам... мои цветы, почтите усопших. Пошли. Опять замок. Может, у нас ключ есть какой-нибудь? Посмотри в инвентаре. Ножик, может, ножом надо подсковырнуть? Навряд. Ну, попробовать стоит. Не открывается. Ну, это естественно, это было понятно. Может, спичками пожечь? Закрыто. Естественно, естественно, здесь все может угревать. Да что-то я пошутил насчет спичек. Закрыто. Ну, мало ли, чтоб... Давай, иди куда-нибудь уже. Пойдем куда-нибудь, где-нибудь. У нас тарелка супа. О, что это за дерьмо там? Нахер они нужны нам, голуби? О, опять это фуфло. Церковь открылась, походу. Да хрен ты с этой улицей. Да не открылась, ты видишь зеленую? Я думал, что не зеленая. Ватсон, что делать? Я не ел 3 дня. Подайте что-нибудь. Мудак этот не нужен. Где этот суп? Вот здесь, может, суп? Вот здесь суп, наверное. Передвижная вот. Кухня для бедных. Суп после мессы прямо здесь! Приходите, отведайте и возблагодарите щедрого принца Гудвилла! Кто такой Гудвилл? На 1 талон 1 порция горячего супа с беконом! Прошу прощения, мой друг. Вы на нищих не похожи. Вообще-то мы не за супом пришли, просто мимо проходили. Но я рад, что у вас теперь есть благотворительные раздачи. Ну, благотворитель-то у нас принц Вудвилл, я только плошки наполняю. Наконец, хоть кто-то позаботился о бедняках в этом богом забытом районе. Оглянитесь вокруг. На каждом углу кто-нибудь раздает бесплатный суп. Совсем как я. Я здесь вырос, и точно вам говорю, впервые кто-то из людей благородных и богатых о нас подумал. И никто не пытается урвать лишнего? Нет, мистер, это никак невозможно. Нужно обменять талон на порцию. А на талонах день указан, и раздаются они после мессы. Никакого обмана быть не может. Миска супа с беконом – это не для вас, джентльмены. Мы ищем некого Курца и виноградного Джо. Знаете таких? Вы что, не видите? Я на раздаче. Всего хорошего. До свидания, мистер. Месса, короче, что-то с мессой. После месса. А когда месса? В церковь нельзя зайти теперь? Как это у нас? Что будем делать дальше, Холмс? А это действительно, да. Ну-ка, вот это что такое? Человек с кухни для неимущих работал там не по доброте душевной. Взгляните. Игра на деньги. Объяснитесь.
Опять вы? Не будет вам супа! Слишком вы богаты! Это для нищих, не для богачей! А что вы скажете насчет идеи облегчить кошельки двух богачей, сыграв с ними в кости? Ха-ха! Это я завсегда! Что ставите? Ваше кольцо против серебряных часов моего друга. Холмс, эти часы достались мне от брата. Они мне дороги, как память. Ватсон, покажите нашему другу часы. По рукам, располагайтесь, господа. Сохранись перед Итак, игрой. Итак, мистер побеждает тот, кто первым наберет 36 очков. А то встрянем. И часики тю-тю. Ну и как его то фуфло играть? Волонтер Шерлок. Хорошо, наберите 36 очков. Чё? Если выпадет череп, то все собранные за этот ход очки сгорают, и ход переходит к противнику. Ну как же делать? Пока не понимаю, что это делать. Бросить кости внизу. А, бросить. Понятно, бросить. Ну давай. Дальше. Сохранить очки, да? Два. Два, Шерлок. Сохранить очки. Пускай ему, да, тебе. Так, это чьи? У него, что ли? У него, походу. Ну давай, сохраним. Наш, да, ход? Чего он так много кидает? 10. Как ты так накидал? Ну, в сумме 3 раза кинул, получил 10. А нам тоже бы столько кинуть. Подожди, это он столько раз кидал? Да, вообще. А что там за кости-то были? 4. А, вот так можно кидать. Тихо, смотри. Тихо. Сколько это очков? Сохранить. Ну давай пока так оставим. Ну, подожди, давай сейчас сохраним. А, ну сейчас он пусть кинет. 20. Холмс, вы проиграли мои часы. Мы их вернем. Сыграем еще раз, на этот раз уже на деньги. Нельзя было выходить, походу, да? А, я думала, так можно сохраниться. Ладно, хорошо, давайте попробуем. Загрузим тогда. Мы же не поняли, что, прям с первого раза поймешь, как тут играть. В общем, что там, надо 36 очков набрать. Да. А зачем ему это кольцо вообще? Откуда я знаю, что Шерлок там раздумал, задумал. Ну, все, тогда понятно. Поехали. Надо ходы записывать. Они, может быть, разные всегда. Дерьмо. Вот у... Чё, ха-ха, да это так разработчики делали. Раз. Надо просто как-то не жадничать. Два. Два. Сохранить. Пока хватит. Давай, мудак, пускай кидает. Раз. Сохраняем, да? С компьютером играем. Давай. Может, одного хватит раз? Одного пускай хватит. Мы и так вперед уходим, он 11 очков. Вот хер-то с моей. 17. 9. Давай, мудозвон, кидай. 1, 3, 6, 5. Придурок, а? Давай, сохраним это. Ты ему ход отдала, что ли? А, я ему ход отдала? Зачем ты сохранил это? Блин, а я не знала. Но не смогли, Холмс. Ты знал? Конечно. Если ты сохраняешь, значит ты отдаешь ему ход. Нет, я не знала. Я думала, это просто результат сохранить. Ты его уже сохранила, когда мы кидаем кости.
Давай попробуем еще раз. Ну попробуй, может быть, у тебя получится. Зачем попробуй? Ты просто а что ты вздыхаешь тогда? Не надо вздыхать. Просто сохранять не надо. Зачем ты сохраняешь очки? Мы я не знаю правил этой игры. Я первый раз в нее какие играю. Правила? Я тебе говорю, не сохраняй, и все. Кидай. Когда кинула, получил результат, сохранила, все. А когда ты просто так сохранила, значит, ты кинула. Типа такого подразумевается. Очки сохраняются даже, не все по нулям, значит, понятно, очки сохраняются, они не все сгорают, так что кидай. Ох, блин, долбаная единица. Что-то ему не везет. Бред какой-то. 24, 26, 31, 33 вернее. А сколько надо? 36. Да мы тогда выиграли, ё-моё. Нам один раз бросили, если сейчас череп будет. Ну череп, да-да-да. Ну все, мы по-любому выиграли. Прекрасно. Давай кольцо. Оставьте же меня в покое! Не видите, я занят! Что ж, победа. Эй, не так быстро! Сыграем еще! И не надейтесь, вы проиграли. Давайте кольцо. Это кольцо досталось мне от папаши, когда он умер, подавившись своим стеклянным глазом. Мама не пережила этого и с горя раскроила себе голову деревянной ногой. Козел, как раз перед этим она услыхала, что моя сестра-проститутка подцепила ужасную болезнь, от которой у ней все волосы повылезли. Хуже того, наш бедный пес... Ну, раз это кольцо так много для вас значит, оставьте его себе. Я так и подумал. Взамен расскажите нам о виноградном Джо. Это ведь честная сделка, как вам кажется? Да, Джо работает с нами, раздает талоны, но его уже несколько дней не было видно. А где его обычно можно найти? Я видел его с приятелями из лечебницы, ну, с теми, что работают в морге, а больше я ничего не знаю. Этого достаточно. Оставьте кольцо. Это же все-таки память о вашем бедном отце. Да, память об отце, матушке, сестрице и собаке. Ах да, еще одна малость. Говорите, приятели Джо работают в морге? В каком? В морге при лечебнице. Та еще работенка, скажу я вам. Они обмывают трупы, одевают, причесывают, смывают кровь с пола, гоняются за крысами, тараканов давят. Скажу вам, как на духу, мистер. Уж лучше суп раздавать. А среди этих работников есть некий Курц. Слушайте, на это мы уже не играли. Больше я ничего не скажу. Значит, в лечебнице есть собственный морг. Любопытно. Ну да, я же вам так и сказал. Все похоронные бюро с ним работают. Сами подумайте, он же совсем рядом с кладбищем. Спасибо вам, дружище. Всего хорошего. Знаешь, до свидания, мистер. Вот, смотря на этого человека, на Шерлока, да? Кто выигрывает в этом жизни? Тот, у кого есть мозги. Кто умнее, тот богаче. Все. Он раздает суп, а Шерлок известный. У него очень такой мозг хороший. Да пошел он за пнило. Жесть, как хорошо живут. Выпить-то есть на что? Ты это что ли? Куклачев нахрен? Кошек продал, забухал. Ну, Казмина, давай в морг зайдем. Сохраняемся. Истина в Боге.
Чем могу помочь? Морг. Скажите, доктор, в вашей лечебнице есть морг? Конечно. Самое посещаемое место в здании. Разрешите взглянуть? Двери в дальнем конце. Найдете по запаху. Отлично. Прощайте, доктор. Может, еще увидимся. Берегите себя. Ну, просто так пускают в морг, да? Идите. А что нам надо? Ну, мудака надо найти. Он живой человек вообще? Пойдем в морг, хер с ними. Что там у нас в моргу? Смотрите, Холмс, тут список недавно скончавшихся. Как печально. Я смотрю, у некоторых из них было кое-что общее. И что же у них было общего? Ой, только не загадка, еб твою налево. Список недавно умерших. Список недавно умерших из морга на кладбище. Сара Фюргисон, 56 лет. Смерть от истощения. Оливер Боксел, 14 лет. Смерть от истощения. Короче, у всех... А нет, не у всех. У Салли Петтикот, 17 лет. Джон Гамильтон. Самоубийство с помощью яда. Похоронить рядом собирались, пожениться. Джеймс Барнаби, 32 года. Смерть от ножевых ран. Смерть от истощения. Из общего тут смерть от истощения. Один ядом умер, да? Причина от смерти. От ножевых ран. А другой от ножевых ран, да. Ну, то, только общее, что смерть от истощения, да, я так и предполагаю. Да. Теперь понятно, почему мой коллега помалкивает о своем морге. Тут черт знает, что творится. Сосредоточьтесь, Ватсон. Нужно разузнать про дружков виноградного Джо. Опа-зи. Чего? Это комбинезон Курца. Значит, он действительно работает в морге. Странно, что он оставил здесь свою одежду. Холмс, это же Курц! Мы нашли одного из убийц епископа Найтсбриджского. Крючочек вон там сидит, вот. Мне нужно что-то еще. А вон там не крючочек внизу? Что это такое? А что ему еще надо? Возьми что-нибудь в инвентаре, хер он знает. А что нам нужно? У нас ничего нет. Мне нужно что-то еще. Значит, что-то найти надо. Я бы подумала, что лупа ему нужна, поскольку... Ну, уже типа как рассмотреть. Здесь что-нибудь есть? Ничего такого. Что тебе нужно? Что нужно? Ну вот только с этой курткой что-то... Стоп! Делал. Вот здесь что нужно. Вот здесь. Бери ножницы. Посмотрите, в каком состоянии инструменты. Их будто никогда не чистили. Потом с доктором будем говорить. Давай ножницы возьмем. Отрежем бирку курца. Да? Отрежем? Прекрасно. Что это? Карта. Карта? Охренеть. Все? И чего? Все. Мне нужно что-то еще. Еще что-то срезать надо? Ух ты. Небольшой металлический стержень. Вот у него секретики, да? Пиздец, ах ты мудак. Два ключа. Так-так. У этого Курца при себе было полно вещей. Ух ты мудак. Ну, по-любому он убийца, если он столько всего скрывает. Оставим ножницы себе. Да, это понятно. Металлический стержень, слушай, ключ. Пойдем к этому мудаку, к доктору, что он тут мутит? Больше здесь ничего не нужно. Да. Мы спросим как раз, что там. Что за инструмент? Дерьмо. Что это такое? Хер, ты что? Ты Курц? Все здешние больные ведут себя очень тихо. Да, так. Неудивительно, Холмс. Пациент слишком слаб. Недоедание истощает организм, особенно если длится неделями. Дерьмо, конечно. Истощение это... Все здешние больные. Не уди... Все то же самое. Мудаку по-любому. Он что-то тут мутит нахер. Давай усы брить. Чем могу помочь? Инструменты. Ой, прощайте, ничего. Доктор. Может, еще увидимся. Ключи еще скучи. Мы были на кладбище, там были какие-то закрытые двери, помнишь? Может быть, нам туда сходить попробовать? Откроются двери,
там... Ну давай, успеем, может, уже бежим. Получается, он, может быть, и погребанием как-то частично занимался, да? Ну, или, возможно, он передавал своему коллеге ключи, тот ему передал. Заныкал ключ. Возможно, мы сейчас это проверим. Паску! Да! У нас здесь какое-то паранормальное явление, мы здесь все время выходим из-за вот этого госпиталя, у нас программа начинает глючить. Кладбище там было, назад. Или где? А, ну точно, да прям точно. Тебя послушаешь. Слушай, ну что послушаешь? Тогда ты мне послушал, пошел на кладбище, я подзабыл на цветы. Ну, давай тогда откроем нахрен одну эту дверь и все тогда. Два ключика хороших. А что два-то? Зачем нам два? Да ё-твою. Нихера себе замки. Одновременно поворачивать? Прекрасно. Отвертку подпихну. Нет? Тогда нет. Нихера себе. Открыто. Ух ты, чучик. Блин, игра интересная, конечно. Вот, эта хибара есть на карте. Нужно обыскать ее самым тщательным образом. Все. Ну и кавардак. Обыскивать будем в следующей серии, так что... Подписка на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк. Всем удачи, пока, с возрождения. Интересно. Пока.